Сигмунд Забег на дистанции. Все внимание к Ивану Кустачеву. Пока лидеры оправдывают. Возможно, на них надежда. Посмотрим, как будет здесь. И напомним, что восьмой результат пока на 52 сотые. Но здесь не очень быстрые 200 метров первые. Но Иван вполне может раскрутиться еще в 400 метровке. Пока все достаточно плотненько. Иван Кутачев. Лидер. 54-40. Это медленно. И сейчас будет очень тяжело цепляться за финал. Но посмотрим. Кто сказал, что второй круг не может быть быстрее первого? Еще в 60-е годы американец Джим Райан мог бежать 53 первый, 51 второй. И вот пошел Тухачев. Меньше секунды проигрывал он. Но это график у класса Придихина. Уже, конечно же, достаточно много проигрывает Иван Нестеров. И вот борьба, пожалуйста. Еще сохранить надо. Тухачев первое место в этом забеге. А вы знаете, а это минус финала. 1.51.18.